Третьим отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления СК России по Амурской области завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего судебного пристава-исполнителя в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, в 2021 году судебный пристав-исполнитель оканчивал исполнительные производства без их фактического исполнения и не осуществлял предусмотренные законодательством исполнительские действия, направленные на выполнение должником возложенных на него обязанностей по уплате задолженности. После этого исполнительные документы возвращали взыскателям с обоснованием невозможности взыскания. По версии следствия, в результате этих действий обвиняемые приняты незаконные решения по 27 исполнительным производствам. В пользу взыскателей с должников не взыскана задолженность на сумму более 400 тысяч рублей. Действиями обвиняемых были существенно нарушены охраняемые законом интересы общества и государства, так как вступившие в силу решения судов не были непоснительно исполнены. Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Амурской области. Следствием собран необходимый объем доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд.